Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре VivaStars. Продолжаем говорить о YouTube. Этот ролик я решил записать для людей, которые активно пользуются телефоном. Урок будет называться YouTube с телефона. YouTube постоянно меняется, вносит какие-то изменения в свою политику. И с одной мы уже с вами столкнулись. Вести прямые трансляции с компьютера без стороннего программного обеспечения сейчас нет возможности. Но вести трансляции с телефона, прямые трансляции, можно, просто установив приложение YouTube на свой телефон. Кстати, любое приложение социальной сети также позволяет с телефона вести прямую трансляцию в эту социальную сеть без каких-то дополнительных программ. Поэтому, если у вас телефон с хорошей камерой, смартфон, вы устанавливаете на него приложение YouTube. А если у вас телефон Android, то это приложение у вас уже установлено на телефоне. Ну а если по каким-то причинам его нет, вы его скачиваете либо через Play Market, либо через Apple Store, и приложение появляется на вашем телефоне. Запускаем это приложение. У меня оно уже авторизовано, то есть я вижу в правом верхнем уголочке значок авторизации. Если здесь горит кнопочка «Войти», щелкаем на эту кнопочку, так же как мы это делали на компьютере, и входим в свой аккаунт. Я сейчас могу просто сменить аккаунт. Аккаунт, в котором я сейчас нахожусь, могу выбрать какой-то из других аккаунтов подключенных, либо, нажав на кнопочку «Управление аккаунтами», добавить какой-то новый Google аккаунт и через него авторизоваться в своем канале. Я останусь в аккаунте Игорь Вивастаров. Вот так мой канал выглядит на телефоне, а вот так он выглядит на экране компьютера. Как я уже говорил, YouTube вносит постоянные какие-то изменения в свою политику. И сейчас для молодых каналов, то есть для каналов, которые не набрали 1000 подписчиков, 4000 часов просмотров, YouTube ограничивает эти каналы в каких-то функциях. Канал молодой, я его создал в рамках этого тренинга. И если я нажму на значок камеры, у меня есть кнопочка «Начать трансляцию», и я бы мог это сделать, просто нажав на эту кнопочку. Но сейчас все, что я вижу, это сообщение от YouTube, что извините, вести трансляцию с телефона вы не можете. Если вы нажмете на кнопочку «Подробнее», вас переадресуют на статью с правилами YouTube. У вас менее 1000 подписчиков, поэтому функцию прямых трансляций пока вести не могу. Я могу делать запись. Самый простой способ – это создать видео для своего YouTube-канала. Это нажать вот на кнопочку «Запись», подготовиться, выбрать, что вы будете снимать. Я буду снимать окно. Нажимаю на кнопочку «Запись» и пошла запись. То есть вы записываете себя. Я держу телефон вертикально, поэтому запись идет вертикально. Можно его разместить вот так вот горизонтально. Будете записывать горизонтально. Нажимаю на кнопочку «Стоп», останавливаю запись. Но так как мы еще ничего не делали в настройках нашего канала внутри творческой студии, мы еще не настроили ни тип контента, поэтому вот это вот сообщение, не пугайтесь, оно у вас будет появляться. Далее нажимаю на кнопочку «Загрузить», и видео загружается на мой YouTube-канал. То есть вот таким вот образом вы можете легко и просто записывать свои выступления, они сразу у вас будут появляться на YouTube-канале. Любое видео с YouTube, как я показывал в уроке, вы можете скачать на свой компьютер, загрузить ее в программу Camtasia Studio, обработать. И все, что вам для этого требуется, нажать на камеру, нажать запись, выбрать, что вы будете записывать, записать все, что вам нужно, нажать остановить. В уже загруженном на канале видео вы можете поменять описание, можете поменять название. Для этого вам нужно открыть творческую студию. Выбрать видео. Вот видео, которое я сейчас понаснимал на телефон. Выбираем любое видео, нажимаем на значок ручки и попадаем в режим редактирования вашего видео. Можете поменять название, обязательно сделайте видео описание. Можете выбрать либо загрузить свой значок. Все ваши изменения, которые вы выполняете над видео, как только вы сделали изменения, становится активным кнопку «Сохранить». Нажмите на кнопочку «Сохранить», и эти изменения будут сохранены. Поэтому, если у вас хороший телефон, записывайте видео на телефон, складывайте их себе на YouTube-канал, и затем можете обрабатывать. Если вы не хотите, чтобы эти видео у вас появлялись в открытом доступе, откройте творческую студию, выберите опять же видео, откройте любое из загруженных с телефона видео,
и поменяйте этому видео доступ. Сейчас по умолчанию стоит открытый доступ. Открываю список. Ограниченный доступ. Это будете видеть только вы и никто другой. Доступ по ссылке. Это будут видеть это видео только те люди, которым вы разместите ссылку. Ну, например, выберу доступ по ссылке. Нажму ОК. Доступ по ссылке. Нажму сохранить обязательно. И вот теперь это видео как бы исчезнет с моего канала для всех, ну, кроме вас. И кроме тех людей, которым вы отправите вот эту ссылочку. Скопировать эту ссылку можно, нажав на значок копирования, либо можно правой кнопочкой выбрать копировать адрес ссылки, как удобно. Передав кому-то это видео, люди могут смотреть ваше произведение искусства. Я сейчас это видео скачаю с YouTube при вас, вот скачиваю его. Скачиваю уже в хорошем качестве. Открываю Camtasia Studio. Итак, как же правильно развернуть вертикально записанное видео, сделать его горизонтально? Вы записывали, держа телефон по горизонтали, видео все равно у вас будет вот таким вот вертикальным на YouTube. Потому что YouTube понимает, что запись шла на телефон. Импортировали видео на рабочий стол Camtasia. Открываем параметры вашего проекта. Выбираем нужный нам размер, а нам нужно чаще всего 1280 на 720, это более чем по качеству, это качество HD, нажимаю применить, вот создаю такой проект. Затем перетаскиваю свое видео на шкалу времени через правой кнопочкой, либо буксировкой, как я сейчас сделал, немножко его увеличиваю. Теперь делаю следующее, навожу, здесь нужно будет только точно позиционироваться, вот, он у меня стал зелененьким, прижимаю левую клавишу, разворачиваю видео по горизонтали и дальше просто-напросто растягиваю его, чтобы оно у меня было во весь экран. Все. Вот из своего вертикально записанного видео я сделал горизонтально записанное видео. Обработаю его, добавлю отбивку. Вот моя отбивка. Эту отбивку я размещу в уроке, вы можете ее себе скачать. Отодвигаю немножко видео. Отбивку кладу в начало, счет отодвигаю. Ну вот, мое видео получилось меньше, чем отбивка. Вот я их разместил в нужном мне порядке. Вначале идет отбивка, потом идет мое видео. Вот получил такой замечательный ролик. Подрезал что-то, нажал на кнопочку вывод. Используя свой телефон, вы можете быстро записывать видео. Camtasia Studio обрабатывать их, вставлять заставки, накладывать логотипы, ну, делать все, что я вам уже рассказывал в уроке по Camtasia Studio. Затем уже обработанное видео загружать на свой YouTube канал. Это видео будет считаться новым, потому что в нем появился новый фрагмент. Возможно, вы сюда еще что-то вставите. И для YouTube это будет совершенно новое видео. Благодарю вас, успехов, будут вопросы, обязательно обращайтесь.